Ну и куда вы все кто метки ставит, блядь? Похуй, потом поставим. Долг! Похуй. Че, Егора тоже нет? Мы с тобой сможем поставить? Ой. Я сейчас поставлю. Успокойся. Отлично. Так, давай, поехали. Где ставим? Танку вначале давай. Звезда, танк вот тут стоит. Милики, печенюшка. Вот тут. Вторая хуета, милики вот тут. Правильно? Бля, немало. Включи радар, иди посмотри. Так, я так смотрю, что криво, что пизда. Вой, договори, ну что делать? Вот так, нормально? Че, да хз. Дох, ой, дох, блядь, слава. Вот уже шо, охуенчик. Все по съему. Ой, блядь. А ну, посмотрите, по расстоянию нормально, 12 есть? Слав, нормально, Слав? Так. Ой, Егор, ты метки умеешь оставлять? Это въебал чисто нахуй. Далеко. Очень. Ты расставлять должен, блядь, не, типа не так, типа, блядь, нормально, нормально. Должен, типа, отмерять 12 рейндж, чтобы тебя продали. Здесь между метками по кругу, которые стоят, 12 есть. В середине 12 тоже есть. Тебе надо... Между серединой и этими метками тоже 12 есть. Стоят кресла, вот эта вся хуйта, очень далеко. Да, их просто будет лучше доставать. По внешнему, по маленькому кругу буду доставать лужу? По большому. Ну, где вот, ну, это маленький круг. Большой круг, блядь, это вот тут. Вот. Маленький. Сейчас дох придет, ебать. О, дох. Дох, дох. Слава, блядь, молчи, стоит, гасится. Не, он, видать, замутанный, блядь. Ну, ну, расставь метки, заебал, Слава. Сейчас уже расставили уже. Встань, я, вы в кружочек. Кружочек встань. Давай. Кружочек. Куда? Да все, не надо. Отойди немного. Что ставить, печеньку туда? Прибегай. Подождите, шаман, это идет. Бегай. А, шинка, ебать. Бегай. Шинка в деле. Сади в ромбик. Кто-нибудь один. Сади еще одна. Че, убрал ромбик? Ай-яй-яй. Сюда квадрат тогда. Вон там квадрат нахуя стоит. Квадрат. Ну так, если что, метки не раздаются, когда ассиста нет. Ассиста дайте, там надо будет на моба метку вешать. Встань мне в печеньку. Чё, всё, все метки стоят, чё? Блядь. Ты сделал. Чё вы дрочитесь? Под балконом, я думаю, не надо ума много, что там, блядь, сейф-зона, и вот здесь. Либо, ну, возьми, не знаю, меня нету. Кто ставил, пусть ставит. Ладно, пойди.
У нас АФК люди стоят, блядь, нахуя её давать? Блядь, а вот крест не слишком близко к стене? Мне кажется, будет лужи доставать. Не будет. Будет. Даже если и будет, то прохиливать надо. Но если он стоит вот прям вот так, блядь, вот так, то будет доставать. А если станет вот так, нормально, но и до остальных не будет доставать. Может, и звёздочка какая-то стоит кривовато, мне кажется. Ну... Надо ближе. Немножко вот сюда. Сейчас, да, я подвину. Если все сдвинуть метки. Просто стоишь метки, лампа, и, блядь, дамажишь. И отбегаешь от этого, от разряда, который у тебя был в спине. От разряда отбегать, развернулся спиной к стене, бежишь к стенке, ебать, и в сторону. Чтобы никого не цеплять, который у тебя слева-справа стоит. Вот смотри, сейчас я тебе покажу, вот кто здесь не был, по-моему, только ты. Сейчас я мобы переконтролю. О, смотри, на моба, вот если, допустим, стоишь, допустим, да, в луне стоишь. Образно, вот. Кидается разряд сзади, кастуется. Развернулся, побежал спиной к стене и в сторону. Ты чё, у нас кто-то АФК? Блять. Все тут, нет? Давайте, короче, раздупляйтесь, уже давно, блядь, пауза кончилась. Да, давайте этот, по меткам людей расставляйте, кто где стоит. Ты здесь? Сколько? Как обычно. Раз, два. Пять. Пять милитов? Ну, Женек, Космополит, Рогатога, Blackfly, Ирландец. Так, короче, Женек, Космополит, вы стоите в квадрате? Женек, Космополит, что за хуйня, кто убрал метки? Что, ебанутый? Кто гений? Встань. Я не нажимал ничего. Встаньте в звезду кто-то. Кто нажал? Эй, бать, ты рофлишь, что ли, нахуй? Перерыв закончился. Уже поставили бы. Да там залупа была. Все нормально стояло. Да блядь. Я посмотрел, как нормально там. Посмотрел, ты в одной, блядь, метке стоял. Ну быстрее, Слава, расставляй. Что ты там стоишь, думаешь, я не пойму. Отойдите все отсюда. Сидите с центра, кроме одного человека. Ирландец, отойди. Вайхорс, отойди. Вообще уйди к нам, в рейд, Ирландец. Вайхорс, отойди. Так, значит, Квазивер и Аверный Яй бегаем. Давайте. Одно тело. В печеньку идут Ирландец, Рогатог и Космополит. Одно тело в кружок. Идите, вставайте втроем. Блэк, ты сейчас другой будешь. Блэкла и Женек другой будете стоять, вот это в ромбик. Бегите в ромбик, Блэкла и Женек. И запоминайте. Женя, как обычный, бать, нахуй. Балай, так, Владимир будет стоять с Вайдом. Ты так, значит, сюда бежит Суф, Тирья, Малат и Вася Бетон. Ваши трусы. Сразу бегите вставать. Треугольник один. И Малат. Центр, да? Метки. Вася Бетон, встань это. Встань метку. Так, в луну перебегаем. Луну, Тирьяки. Хао. Одно тело в луну, встаньте, блядь. Омончик. Кто еще раз у меня? Я, Омончик, кто? Тирьяки, ты и Омончик. Все. Теперь в квадрат из луны. А, Пук Дракона... Даша. Кто у нас еще? Вайхорс. Ты в квадрате. Так, у нас осталось еще Абу-Даби. Женек, раздуплись, блядь. АФК давно прошло, блядь.
Так, Ивашкин, Крестик, Абу-Даби и... Кого я еще забыл? Кажется, все. А, и ты. Крестик. Вставайте. Все запомнили, где они? Владимир, ты стоишь либо в черепке, либо вон с пеньками. Впереди все запомнили свои метки, где они стоят. Кого я нихуя не услышал, блядь, где я стою, нахуй. Ты бегаешь с нами. Я тупой, блядь. То поставьте его в метку вместо кого-то. О, так, нормально, блядь. Все по три стоят. Ладно, кто в Мелизоне там стоит? Женек вместе с Blackfly? Да, Женек, да, может туда встать. Так он АФКшит, блядь. Мужик танком стоит. Да смысл? Вот сейф-зона, вот где мы с Ладомиром стоим, здесь разряды не попадают, вот где я кружок. Там, короче, рассказываю, идет Blizzard, берешь, прыгаешь просто через него и все. И все, и просто стоишь дамажишь. Тебе вообще похуй. Так что, рыбу ставить? Да. Рыбахаемся. Рыбах, рыба. Так, рыба еще раз стоит. Повторяю, идут в комнату 4 лока, кроме Дарафана, 3 мага и рога. Все остальные остаются здесь. Чего у меня хп так мало? 24. Каски у тебя нет. Есть каска? Нет, у тебя каска. А, не есть. Пук дракона закинь туда, он любит комнату эту. А, не все дестрики. Да, блядь, похуй на Байера. Типа, не дохните просто и все. Да, Женек, ты если что в ромбике стоишь, если ты там прослушал, проспал. Давай, пускай мобат. Все, давайте, поехали, ребят. Дольше спинится. А че кто уходит в комнату? Шаман уходит? Нет, стоишь тут. В центре стоишь и хилишь. Тотем от сил природы, кстати, кто-то из элемов киньте. Завоеватели, не забывайте кружку к кресту подведите. Шаман, это на второй фазе метки. Ты стоишь в своей метке. Метки для второй фазы стоят. Поставьте тотем от сил природы. Сейчас центр. Стоит тотем. Не вот трогайте завоевателя этого, не трогайте. К кружку подведите. Ага. Справа встали. Гранка будет. Ну, Егор, жди гости потихонечку. Алево. Игра, не трогай забывать. Квадратный бейте, пацаны. Забежали в комнату все. Подкиньте немного квадрат. Так, котки подкиньте. Играем забывать. Пробудитель, игра. Гранд пробудитель. Так, касты не забывайте молодому кипать. Престужник играет. Пробудитель, игра. Квадратик. Трогай. Не трогаем квадратик. Подведите его, войду. Да, у меня каст просто замедленный от молота, который Торин кидает. Моб куда-то уходит, забрали быстро его на. И бейте. Они скорее всего уходят, потом комбат вешают. Да, он текстуры, кстати, уходит. У нас еще время доходит, давайте всех сольем. Так я думаю, мы зальем сейчас всех, а уехать просто. Подкиньте Вайда. Вайда, прикиньте. И моба. Поднимите. Жить, алё, блядь. Так, мобов стрелили, потом бежим. Острец. Байда, прохиль. Пойдем. Он сейчас догорит. Квадратик, да. Забивать, бейте. Так, только спульте уже. Путь. Блять, я в луне стою, правильно? Да.
На пуле или сразу? Где Гера? Атальда стоит? Геру давай. Атальда стоит, Аура? Да. Шаман без маны, можно шаману? Это, Кин, дайте шаману компостам. Давай, сдай. Что-то с мобом заигрался. После Гера уже все отбегаются от разряда. Сейчас переконтролю. В луне разряд ушли. Войда, заход эти, там лед идет. Бывает. Давай шамана съесть. Добавьте шамана. Луна. Пошли, луна. Уебал, вернулся. Егор вылетел, ребят. Это печально. Ничего, бабки нахуй. Понятно. Сейвы есть. Эстет, давайте по Егору. Лёд по какому Егору? По столовке? Лёд поставьте. Стул, БР Дашу. Даша, БР Кука. Лёд. Не вижу лёд. У нас один паладин. Луна ушла. Шаман Уинер, можно? Да как я же стоял, блядь, сука. Пугай, БР меня, Пук. Я стою, блядь, вообще в ебенчах, нахуй. Ох, ебать, от этого валит. А эти ебашки изо всех сил, да? И зубку обал. Блять. Сокру по мне дайте. Вот там я жми сокру. Дайте хоть какую-то хилочку. ХП прожимаю. 10 секунд стою без захил. Я пока не достаю. До меня должен доставать суф. Сокру помыть. Все. Я остаюсь. Типа, бля, колясочники, да? Ты опять сдох, поэтому бомж ты, бля. Чем лучше шмот, блядь, тем больше на коляске. Там охуенный там... шмот, дагер, блядь, два посоха, которые нахуй никому не нужны. Ебать охуенно, блядь, было на собрании. Ты первый раз, Вася, сдох от того, что там похуй, там залп уебал и молния сразу же. Это бывает. А второй раз... Кольцо сив, залп... второй раз тоже у тебя залп и выступная. Короче, похуй. Я вообще не знаю. Рандом. Щиток, смотри, какой сочный, ебать. Ну-ка. Я ебу просто, блядь. Это бисовый щит, получается, на Мишу. Нихуя. Да, Миш? Наконец-то, ГЦ, Мишань. Да ладно, ничего страшного. Получается, блядь, опять все анроллом уходит, Миш? Ну, получается, Миша все анроллом уходит, блядь. Позвоните срезу, скажите об этом. Жене срезу. Бля, нихуя себе еще 400 хп стоит, бля. Нормально. Красиво, бля. Прикурил. Дай ему похуй, сейчас убийство. Дай ему похуй в натуре, бля. Так, лут там не раз... А что, нету гамбата, да? Ну, все-таки в мобах где было. Тебе нужно это кольцо ДК? Лут не рассматривайте, идите пейте трэш. Blackfly, тебя спрашиваю. Лок, ты там это, или что там побежал? Blackfly, прием, кольцо надо, нет? Я говорю вам, я его рассматриваю, мы по дворам верхним, они по чекам не меняют, все, я так... Ну, я ж тебя, кроме тебя никто не нажимает, я тебе отдам.
Просто если вам надо, жмите main spec. Бля, берите все. Вообще похуй на это ГП ебать, ребят. Сейчас скоро... бисовый шмот падает с десяток, блядь, там. Которые, блядь. Скоро сброс, нахуй, будет ну... ГП. А сколько, 90 или 100? Мы еще не решили, будем думать. Скорее вы всего будет 90, ранее. Потому что, блядь, те, кто, скажем так, в рейды посещали не сильно, блядь, и они будут наравне с теми, кто ходил постоянно. Я считаю, что это немножко нечестно. Я согласен с тобой. А все равно по... полностью. Там по консулу будет. Мы все равно будем, да, с одной стороны будем отдавать по консулу, но все равно. Но я хотел бы людей, бы, которые ходят в рейды, и они с нами очень давно, чтобы они остались приоритетными. Воин, охотник, шаман. Кому, блядь? Никому нахуй. Вы не переживайте. Все, кто ходит, все один, он все рано или поздно. Все зависит только от вас, нахуй. Аккуратнее, блядь, ебучий дерево, блядь, не согрись. Бля, осталось сколько хп с этого? С Хадира скиньте, пожалуйста. Интересно. С Хадира? Ой, сторим. Я и думаю, бля. Не ваш этот рекаунт, питерский. Ну, короче, ты в жопе, бля. А чё тебе рекаунт сочнил сразу? Да не, мы просто, ну, нормально. Не, я хотел шамана посмотреть. Иди. А оверхилл покажите. Избыточная тоже там, блядь, Миша в лидерах. Ну, это понятно, Миша, мне про шамана интересно. Ну, это хуйня какая-то. Кто прятащик будет? Кто, блядь, все, ну? Это прятащик. Нет, лечение поглощения, это понятно. Избыточное покажи. Банят два лута. Ну забаньте большого, быстрее выводи. Что у вас там не получается, блядь? Он один человек забанит, может это банить, блядь, нет? Убери человека, банят, хуля. Что за хаос там? Доктор Хаус. Мобов собрали вот этих всех и отвели на речку и убили. Возле большого моба. Убили нахуй лишний флут. Хуёво как-то дамажится. Мобов банит один человек, пускай это будет дох. Не надо, блядь, забанил, разбанил, блядь, сняли с него бан, убили нахуй. Ну кто там разбанит? Боже, мобов банит один человек, дох, шо не слышно, блядь. Блять, вы там вы чё, блядь? Я, блядь, для особо одаренных нахуй об этом сказал 10 секунд нахуй назад. Что непонятно, блядь? Сейчас всем лотом нахуй разохуели ГП. Да это ярко, походу, дебил. Мы сейчас сделаем правило, что, блядь, все ГП, которые будем даваться сегодня, они перенесутся, блядь, на следующее, блядь, этот контент, да? Тогда вы подумайте уже. Гоголь. Большого забанил сразу. Баблодин там, а это пишет. Я не знаю, замена. Шаман, ты себе проходку сделал или тебе еще кто-то остался? Какой есть? А, ему хрен. Хочешь видео, что ли? Значит, допустим, нет, иметь чуть-чуть. Да я ж не против, я просто интересуюсь. У нас просто шаманов лишних нету, ходить в кару. Получается, будет.
Тем более, блядь, в него сейчас шмота там закинули, пацан запы залутал хорошие. Да, нормально, нет. Одет, может, не нормально, но хотя бы адекватно. Ну, неплохо. Там хосты много. ОД будет, блядь, этот. Т9 себе забузит и нормально будет. Так, поставьте рыбку. Давайте быстренько рибаху и... А подожди, мобов этих надо бить, у тебя двоих? Не, нет, они там начали ставить. Когда вы выбили ваши... Так, рыбу ставлю. Чего, ваши? Когда тебя выбили Т4? На этом когда что было? На прошлом. Ну, а сколько дней прошло, что ты не смог шариться, ставить? Да что там, блядь, на шинке, знаешь, сколько, блядь, машин наехало? Блядь, я проснулся, блядь. Нахуй, я об этом ему говорил, блядь, 2 часа назад, нахуй. Там он просто каждый день, нахуй, блядь, перебывал, нахуй, на зимний режим. Так он же Ивашка залутал, хотел поставить, а вы ему не дали. Ивашка, еще раз будет такая хуйня, будешь лутать ГП. Все, сейчас зайду. Сразу переделаю. Там нехуй это делать, это 2 минуты с приоритетом. Все, я вообще не понимаю, а этот ушел, блядь, жрать. Со скорости потерялась. Потом найдешь, без ебал. Давай, гуляй. Я без этого ищу, ебал. Ебал. Правильно, ты голову на 3 хотел. У тебя голова стоит на скритом, она не дает хосты. Вот тебе, блядь, их скорость твоя. На, из ульдуаровского скорости было, да, хваталось за него? Наверное. Все рейди. Давай, я так и не понял, блядь. Гуляй. Космополит, Абу-Даби, что там не получается? Космополиту кулак, видимо, есть кулак. Гуляй. Да, ты точно, бля, все. Саня. Я тут. Давай, я из того, что-то. МК там обновите. А, все. А я что-то пуль есть, тебе сложно. Арсасули сделайте, блядь. Влюбляемся только под эти, под мелки. Огонь и природу поставьте. Да, один из шаманов, тотемчик. Ой. Чего, ой, тут дерево игра? Там по гриб 3 луча кинуло себя. Дерево залили? Квин мун выйди. Ой. Ба, это больно, блядь. Бля, хилить невозможно. Даша, хилься. Космополит, опускай, поднимает пук. Че космополит? Чирик нашел. Забафали сразу кота. Каска, пристабаф, лапа, вся хуйня. Это все так, прешься, блядь. Как пизда по стекловате, блядь. Водяному сбивает косты этот ДК, а рога сбивает грозовому. Дайте пуку Фридом, хорошо. Там он облик. Забери же этого. Хвостоплет РДД больше дайте, в него у него ХП больше всех мобов. Косты там кикайте, я забыл назначенные косты. Я только что об этом сказал. Не? Да? О. Ну, блядь. Получается, сказал, блядь. Плёточник, залехали, да? Быстро в плёточник. Быстро. Плёточнику сбивает косты ДК. Это на этом все. Да. Остальные там, блядь, повозможно. У нас 4 ДК, блядь. Сразу сейчас сбегите. Рога и лемы, блядь, вся хуйня. Встали в кучу сразу, только в случае выйдете. Сейчас как нам АОЕшкой, блядь, слетит? Налей, за этот, на пуль. АОЕ? Бастан. Все, раз остался. Расовый яб. Граната, кинул. Ладно, Мирыч, Мастафор, поехал. Аккуратно, РДД, выйдите туда, нахуй. Точечно, играем. Калдри, Калдри, Мастафор. Рапара. В случае выходим, точечно мобов доигрывать. Осталось 2 калеки. Бля, будет печально. Дерево сейчас. Далеко. Пойдут мобы, нахуй, маленькие. Вы на бомжей просто вызовите. У вас 4 бомжей, типа, раскидаем.
А у нас тут бомжей человек 15, нахуй. Вышли случай. Сейчас выйдет трэш, и сразу будет дерево. Пампарам. Опа. Давайте бомжей ДК. Сбегайтесь в кучу все. Женёк, нажимай. Рассосались. Бля, все, выбежали. У нас нету сейвов, но... Дерево залили. Ну, точно играйте. Опять все просто бомжи и выйдете на раньше. Я сейчас дам гимн. Ну, гимн нет. Да, сервандис, сериаки, чё вам? Хуёво. Женёк, выбили. Блять, похуй. Пишите. Я хотел заебаться, чтобы пишите в чат, а не играйте. Там бить некого. Кто там, блять, жрет что-то? Я уже поел. Как можно, блять, быть таким, сука, быдлом, нахуй? Сидеть в рейде, блять, как чмо. Софта прилег. Наши Берни. Будьте, пожалуйста, трэш. Главное, сбивайте им косты. Да что-то вылетает, падла. Грозового. А ты вылетел? Ну, я не помню, что такое. Он спотыкнулся, а еще парня. Вылетает и сразу заходит, что за фигня? Обнови клиент. Может, у тебя тунак заходит? Быстрее по плеточнику. Да это тем, сдайте гимн. Что ты заебал? Сдал. Поставь себе метасокет на откат маны. И поставь себе, блядь, чарку на откат маны. А вот чарку это вообще бодрая тема. И я тебе зарекомендую обзавестись фласками на ману, чтобы ты не заебывал людей, блядь. Я ни одного шамана не слышал, чтобы он так просил ману, как ты, блядь. Которые были на две головы хуже одеты, блядь. Ёба. Это чисто ёба. Какие-то твои проблемы, блядь. Чел, блядь. Спасибо, но куда ты его уводишь? Чел, хохотушка, конечно, вообще. Чел. А? А? Дерево играть? Дерево залили. Быстро, быстро, растет дерево. Вот, ну что ты меня дамажишь? Уйди. Ты не помрешь. Рано, я сдох. Внутри. Встали на позицию. Дайте веру, что ли. Отведи босса дальше. Играем в босса, ёба. У Рисхила есть? Сундук не лутайте, пусть Су зайдет в инс. Дерево на другой стороне быстро растет. Перешли. Улетят ребятки, там одна вон стоит, короче. Отойдите оттуда. Там, перешли. Перешли. Ой. Что-то что за хуйня, блядь? Кучно стали все, блядь. Ну, главное не лутать. Вася, ты зашел, у тебя все нормально, перешли. Сундук не лутать? Сразу шкаф поставь. Зайдите, блядь. Отойдите все от сундука. Заходи. В инсте? Да. О, тебе осколок. Осколок, который, блядь, красиво. Ля, какой черт. Если лишь самый первый раз, который выходит. Так это БОЕ, блядь. Это БОЕ. За 15 тысяч продал прошу. Так, хава. Без бабки вги. Жми main spec. Кукич, а как же тапки? Так, хава, держи, есть.
Давай, осколок. Вася, жми. Вася, я тебя в луте, кстати, не вижу, блин. Тебе ногти, тебе нужно эти терять. У тебя появляется? Он у меня появляется. Сук. Блять, у тебя есть микрофон, ты можешь ответить? Я тебя в чате, в списке, не вижу. Извините, я нажал. Вот. Иди сюда, блять, к сундуку сам. А ну подожди, я так попробую тебе дать. Тебя в списке нету. Иди сам пробуй забирать. О, давай терять я за. Так, Хау, тебе сферы. Ну, блядь, комбат, теперь ждем, нахуй, пока он слетит, потому что лут раздавать не могу. А вот с уголовного какая-то хуйта падала, типа ключа-то, что такое? Тебе там нихуя нету. Почему там просто хуй нападает? А, на шамана на хила, да. Бля. А же кому кинь ответственного за лут на суфа, пускай он попробует забрать осколок. Сейчас. Ты его видишь в сундуке, нет? Сейчас. Пытаюсь. Любой висит еще. Не-не, ты можешь открыть сундук и второй кнопкой мыши нажимаешь на осколок и... Ты видишь осколок, нет? Кто-то сундук использует. Все, мы почти добили уже. Все, добейте, стойте, не курайте. А, ты в комбате, ты... Да это похуй. Видишь осколок, нет? Сейчас сферу добьем. Кто-то использует сундук. Нет, это уже используется. Ему, значит... Отойдите от сундука. Это хуйню ты тебя какую-то пишет, блять. Слушай, тебе дали ОД? Не знаю, я пишу... Поставь каждый сам по себе. Он сундук не может просто открыть. Он не может его открыть, у него нету в луте. Ну, блядь, но он зашел, блядь, и я открыл. Ну и шо? Ну похуй скидывают за мне, ебать. Кидай на меня ответственно, распределю быстрее. Блядь, сука. Поменяй. Сизин, ты используешь, типа, да, или я далеко был, ладно. Далеко от сундука? Да нет, это хуйня, его просто нет в луте. Но я его не вижу в луте. Хау есть. Это новое. Буду четвертый лут. Мы все разлутали? Нет. Ваши штаны весь 39-й, нихуя. Да, первый раз. Первый раз упали тут. Они, в принципе, ничем не отличаются со штанами соперы, там вообще почти нету разницы. Поэтому, блядь, если у кого-то есть штаны соперы, можете, блядь, не мейнить. Мне соперы даже лучше, как помню. Там вообще разница просто ноль, блядь. Получается, пук забирает. Так, вот это надо дерьмо кому-то. Все ставит. Сейчас формулу разроли, будете дальше пулять. Кому нужна быстрая энчантер? Это последний лучше остался. Надо кому-то, нет? Гостя по-кисловски. По-кисловски, да. Еще бы, бля, пиздец бы в чате. Лара алхимика, космополит. Сейчас на тебя скину лут. У меня уже есть вот эта такая хуйня, вытягиваем крови. Если бы она у тебя была, она бы тебе не отдалось. Вот я стою, смотрю на вторую из них. Забирай, космополит. Давай, лучше раз клипы приверженцы, играем в приверженцы. Суф, обнови лаунчер, пожалуйста. Вася, я тебе полчаса назад об этом сказал, что тебе надо обновить. Клиент. Да, я релок быстро сейчас.
Эх, кто виноват? Голова дурная, блядь. По левой стороне идем, по левой. Не дай бог спулите, блядь. Смотрите пристально, кто, блядь, спулит. Кто спулит, тот пидор. Бегуны, блядь. О, порежденка сюда. Че терять из-за того, что у него прожат? На транс кому нужен посох, нет? А то сейчас распылю нахуй. А че вы теряете так много ГП? Полдал что-то. Ты же кисть отдал, тебе журнал отдай, бля, открой, посмотри. ПГП журнал. Ну вот у него за перчатку. Ты же перчатку отдай. Не, мне никто ничего не писал. Бля, сейчас я. Сколько она стоит? 211. 221, сними ему 10 ГП. 211. Ой. Еще плюс. Бля, сколько будет 211 плюс 211? 422. И кто я его забрал? Владимир. Владимир. Ну хочешь, я могу забрать? Я долго пихал не. Запихни еще раз, я ее завозьму. Е, ебал наш лайн, 35 чай. Че, где? Давай, назначай людей на контроль, ты там назначал все время. В календаре там создайте на воскресенье льду, чтобы подписаться можно было. А у меня это, а у меня. Дай помощника. Это лидера перекинул. Давай. Получается так. Давай. Даю. У нас уже почти все челики вроде 230. Верн играем. Стражу корня. Ледяного мага контролирующая Верн. Второго ледяного мага Саня. И пироманту Сап Егорыч. А что ты себе поминал, что у тебя там левел вырос? Я? Ну, кроме перчаток и башки. Давайте, ходите. Кольцо 58. Саня, волшебник, Егорыч. Черепочек играем. Выбрали таргет? Давай. Добрый. Женек, давай, просыпайся. Все, все готово, поехали. Давай. А, по одному только сало дал. Ледяного мага раз вот этого ближнего разъебить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Может все-таки ки взять? Пиздат. Тебе предлагают? Да не, никто не предлагает. Хуй узнает, похуй, ладно, буду так бегать. Это он так намекает, что ему предложили кисть убить. Изи нахуй, ебать байт, блядь, раскрыли нахуй. Ты, кстати, дал вчера я рейтинг скилл с этим ДКшкой? Ну да, я видел, мне сами сказал, типа... Я тебе сразу сказал, что он тупой нахуй, блядь, что я шутил, блядь, или что?
Он не со мной слил. Мы играем против, блядь, ДСРО. Я тебе сразу говорю за Элизабет, с которым он ходил. Я знаю этого человека, он тупой. Мы играем против ДСРО, я понял, он тринкует фир, короче, ему слил фулл блайнд, и меня просто ебут, убивают. Я говорю, ну хватит фир, ну фир тринканул. Он молчит. А он молчит. А еще говорит, блядь, что я мозги не прокурил, блядь, ебать. Давай, давай, что вы, блядь. Так это тот же ДК, который у нас был. Он ковал, что-то там. Что-то у меня или вылетело, или что за хуйня? Как же вы заебали, бля, своими калькуляторами на. Какой калькулятор, ебать? Нам, мне Саня сказал, вот мы заканчивали аренить. А у меня говорит, что у тебя там 10-9 сутки, блядь, и 3090 стоит? А при чем тут видеокарта со соединения с интернетом, Алёна? Алё. Алё, нахуй, чел. Че, связь плохая? Я думаю, блядь, что если у тебя достойный, блядь, компьютер, то, наверное, можно покупать, а не самый дешевый интернет. Мегафон. Я заметил, у него пакеты теряются у многих. Вот. У кого Ростелеком ДВшники, у них у многих теряются пакеты. Какие? Пятерочки, блядь, или? Да, да, вот эти вот самые. Чисто, блядь. Понял, блядь. Большой или маленький теряется пакет? Я думаю, большой, нахуй. Я так хотел порофлить с магнитой, блядь, пакет. Ты пятерочку смог. Не успел, блядь. То есть, если у вас даже, заметьте, один ДВшник вылетает, то следующим попрут остальные. Сейчас я в ШП спекнусь. То следующий. Следующий ДВС тоже вылетит. А вопрос, можно, бля? А как определить, кто следующий, бля? Да хуй его знает. Плюсик в чат, кто следующий вылетает. У нас как-то массово, помню, на X3 было, нахуй, все ДВшники начали все, блядь, просто вылетать. Минус 3, минус 5 будет сейчас на боссе, блядь. Я в ШП. А куда плюсуем? Ставьте рыбку. В могилу. Плюсуем на что? На перчатке 39. Плюсуем в могилу, блядь, плюс. Куда я ставлю, блядь, сюда же, да? Рыбка есть. Стойте, стойте, блядь. У меня мана нет. О, так, мы будем... будем стоять тут, да, где там? Поставьте метку, да. Я далеко, от нее, да, ориентируйтесь направо. Направо бежим, не налево, блядь. Так, я, в принципе, готов. Я, в принципе, тоже. Малах, сейчас, подожди, Малах. Сейчас ударите мой ДПС в ШПН. Почему у меня, блядь, у меня доп. Урон больше, чем доп. Лечение? Так и должно быть? Хуй знает. На 20, ебать, разница. Да. Конечно. А можно просто, зачем паладину танку такой топор мощный? Ну там не паладин танк, это вообще-то ретрик, а во-вторых, ну если ты не знаешь, зачем ему быстрый топор, быстрый, наверное, вопроса в плане ретрика, наверное, должно быть не быть. Не, я не смотрел, что быстрый, нет, я смотрел, что он у него охуенный прям. Ну красивый. Все, давайте, ДВМ пудаю. У него топор для того, чтобы печать порчи настакать за 2 секунды. Да, это у нас еще 2 паладина, нахуй. И прям беги его спиной, похуй, не бэкпедально. Спиной бежу. Точнее, не спиной. Да. Для этого и говорил. Подожди, иди ты нахер, мне эта хуйня полезна сейчас будет. Да все, не шумите, блядь. Убили лишнюю хуйню. Саш, я потом переведу. Ебать полетел, блядь, 500 огрена. Перешли. Шаман, на второй фазе это будет твоя смерть сразу. Сейчас меня перевожу. Убить. Безликого. Миша, дай сальву по Аверну. Прибегаю.
Шаман. Шаман, зрей. Назад, 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 шаман, резче. Назад, говорю, а не вправо, блядь. Назад. Назад это назад, блядь, а не направо. Бежать. Два вида мета кидается. Сколько, три ляма нахилил ему? Вышли. Пусть учится. Сейчас метка будет. Манч. Побежали. Так, да, маги, давайте бомбу не кидаем. Или обновлять ее, чтобы она не лопалась. Пожалуйста. Егор, дай сальву по Верну. Тут же нельзя, да, шводы нажимать? Нельзя, убьешь сам себя. Это хотел? Не копия, а стелс. У дракона. Прибежали. Стопайте ДПС. Сранит его враг 30. Не бейте. Все, просто стопнули, все, руки убрали, стоим, бегаем с метками аккуратно. Топ 2, езжи. Маги, уйдите все в невидимость, чтобы да. Это агро скинуть до нуля. Салук, а ты че играть научился, не понял, бля. Че? Перебежали. Давай кибербулет. Никто не вливается, дать ему 10 секунд ему набрать, чтобы напулили у него. Давай. А ты блинк слил, да, на пешке? Угу. Атап. Ну, покерюшно. Стрелялась. Куда, куда вы стоите? Пусть наберет игру. Идем. Вышел. Уйдем, вернемся до шкета. Забери, забери, блядь. Авер не бьет. Авер не бьет. Давай Вера. Иллюзия дай. Сейчас метка будет. Павер на сальву закиньте. Напуливай, я могут. Не вижу напулов, рога тога. В чем дело? Сейчас метка будет. Вай форс, выбежи. Прибежали, ой, ебать вы делаете, нахуй, пизда. Не кипишуйте, господи, что вы делаете? Чё? А чего паника, блин? Первый раз сюда пришли. Прибежали. Сместитесь левее, некуда убегать сейчас будет, блин. Вышли. Триаки. Портал кончился. Прибежали. Вышли. Вышли. На характере, нахуй, на характере. На характере, блинкнулся в стену, блядь, нахуй. На характере. От страху, слышь, нахуй. Слышь, отгадайте, что за пуха выпало и кого нету, ауга. Блядь, иду нахуй, я ебал. Я слушаю. Пуха. Ага, ага. Вот так можно посмеяться? Блядь, кого? Все, все, завязывайте. Ауга. Ауга, что с лицом? Ауга, смотри. Ням-ням-ням-ням-ням, ебать. Я вижу, блядь. А чё я хау не вижу, блядь, в луте, нахуй, на дис, блядь. Блядь, я нормально. Блядь, бисовая пуха, нахуй. А сейчас видишь? Сейчас пыльте, вижу. Пыльте пуху. Ну, еще раз пыльте, так, копье. Критарп. Кому-нибудь на медведя, блядь, или что-то еще такое надо, кому-то на офспик, может. Убейте, пиздёж, кстати, человек рут разролит. Копье надо, нет? Какое копье? Древковая. Значит, не ко мне надо.
О, жезл. Хочу. Ну, у меня, блядь, соки там, поэтому я думаю, он как бы нахуй не нужен. Так, по приору первый у нас получается хау. Держи. Так, он же за меньше идет, правильно? Ну да. Ну не за 30, меч. Конечно. Ну, получается, айрландец, блядь, один на мейнспектр. Получается ГЦ, блядь, плюс почти 600, нахуй, блядь. Пахал. На. Так. Копай. Так. Тачки сейчас я раскину, ждем. Так, это мой дружник. Напалить. Вот плайер, ранец. Деандрин. Так, получается. Так, Саня, вы там пока раскидывайте людей, расставляйте метки этот. Я рыбу тут поставлю, отойду 3 минуты, быстро. Ты сейчас, блядь, обоссусь, нахуй. Я в шипе тогда побегу, короче, тут. 4 хила похили. И. Кто комнату похили? Кто там был? Кто знает? Суф, справишься? Да не вылетит. А кого мне ставят похилить? Ну и Вашка я тоже точно не поставлю. Даша, ты справишься в комнате похилить? Просто бегаешь и не лутаешь. Ну, короче, суп пойдет. Вылетит, поменяет в итоге. Тогда за место кого? Тогда, да, давай за место Войда, я, блядь, сверху. Сверху побудешь? Давай, я тогда... Угу. Я тогда, короче, за место тебе, короче. Да. Вот так вот получается. White Horse. Так, сразу смотрите свои пати, это раз. Первая пати бежит налево, вторая пати бежит направо. Сейчас я опять же скину, кто в первом и втором пати. Ты не будешь в комнате, да? Бля, ну ладно, давай тогда, вместо тебя. Тогда Войд, придется себе бежать. Побегаешь, наверное, ничего страшного. А, так, давайте, иначе я сейчас еще меликов немножко раскидаю. Давайте я побегу налево. И давай налево побежит еще. Ну, вот так нормально все. Так, все, первая, вторая пати. Смотрите сразу, кто в каком. Первая в комнате бежит налево, вторая бежит направо. Вот, сейчас я вам скину опять картинку в Дискорде. Сразу же, кто в первом, втором, альтабайтесь. И смотрите, фотку открывайте. Давайте даю вам 2 минуты открыть фотографию. Даже меньше. Первая, вторая пати. Открывайте фотографию. Так, давайте, начинаем назначать. Шестой портал Хау. Седьмой Космополит. Восьмой Ирландец. Девятый Блэкфлай. Десятый Суф. Первый Пук Дракона. Второй Телдрин. Третий Рогатога. Четвертый Воид. Пятый Док. Дарафан. Все. Да. Запомнили все, посмотрели свое расположение примерно и прикинули визуально, как где она будет у вас в комнате. Шестой портал дверь, и от него идет отчет, как я назначал, лево направо. Все были, все знают. Так, так, все. Декурсинг, хуёрсинг, все знают. Лампа, просто бегаешь и бьешь, бегаешь, я скажу, бегаешь за кружочком, и бьешь этих. Щупаются. Ну, это вторая фаза. На лаз-фазе отворачиваешься. Босс будет кастовать хуйню такую фиолетовую. Тебе надо отвернуться от него, чтобы тебя санити не упало. Короче, ладно, разберемся. Если что, мы тебя ебанем. Так. Поставьте рыбку. Стоял. Стояла? Да. Он поставил лучше давай. Поставь еще. Не, у меня нет. Лосо. Не лосось дали. Кирюша,
И Лашка. Че я Лашка? Че, Антон, да. Значит, Кирюш, идем. Так, че вам вообще напомнить? Мелики большой не бьют, мелики там бегают. Мелкие, рододай, приведите свеч большую. Двигайте все в приоритете за кружочком. На ком будет квадратик? На ком, как она называется? Душевная болезнь? А, либо от чела убегаем, на котором душевная болезнь. Ну, в принципе, так и есть, да. От квадратика. По-моему, квадратик, да, душевная болезнь? Или квадратик, или череп. Либо квадратик, либо череп. На кого будет вешаться человека? Если вы увидите, что он рядом с вами, вы должны от него отбежать. Иначе потом полутаете сами эту хуйню, и потом поедет по рейду. А, метки, нитки, шаман. Будет такие нитки кидаться между двумя людьми. Если на тебя кинется, тебе надо с тем человеком, с которым ты связался, надо с ним сбежаться. Он будет красный, ебать, ты с ним сбегаешь, и он становится беленький. Беленький — это круто. Это значит все четко. Красненький — значит все плохо. Это, ну, если это кинется. На двух человек будет кидаться. Если кинется метка с человеком, который на портале с первой и второй пати, те люди бегут за ним. Тот человек. Ему надо в портал заходить, вы бежите, его провожаете до портала. Еще раз даю ща. Кирюш, еще раз докрыться, я надеюсь. Шама здесь. Шама здесь. Женек, Саня. Блять. Какой-то рада, да. Кто вошел в туалет? Я тут. Все, погнали. Сейчас, секунду. Так, а кто комнату закрыл? Там назначили, да? Да, первая, вторая. Ага. Я назначил уже всех. Можно жить и пулять. Понимаете. Всем все напомню, всем все объясняю. Кирю, у тебя одна лужа мне легла. Как от первого моба убить. Да не, сейчас кто-то затупит, ебать, активирует. Хорош. Нормально. Вы ебанутые или что? Это немного нормально. Будет. Нормально. Убивайте первого моба. Вообще это после первого делается, ну ладно. Доживайте первого моба. На третьему покикну каст. Следующего сразу лейте. Вот это, которого сорвали. Его лейте. Сейчас моб бежит, заберите. Моб бежит, заберите. Прохилите, подождите, давайте. Все, убивайте. Да, вы еще одну активировали. Две активируются. Да не надо нихуя активировать, сами повыходят. Не занимайся хуйней, блядь. Вот 4 моба, блядь, опять. В РДД бежит. Ну что? Бля, че вы тут самодеятельностью занимаетесь, блядь? Антоша, что за, блядь, новые тактики, блядь? Забери моба. Ладно, бал ускоряется. Зачем? Куда ты нахуй спешишь, блядь? Вайпнуться, блядь? Я не знаю, зачем. Ну и я не знаю, зачем ты говоришь эту хуйню, блядь? Я не знаю, зачем Егор еще пошел, два активировал. Ну, нормально, наактивировал. Прости, двух активировать, не четырех. Не надо этого делать, блядь. Вайп упали. Это только на плюс 0 делают, чтобы быстрее, блядь, сделать. Это было вы нормально, думали, первых трех убили, блядь. Почему вы еще потом залутали троих? Все, блядь, оф, где крики. Сейчас нормально сделать. Я говорю, все равно кто-то затупит, блядь, наступит. Нет, блядь, надо нахуй понаступать, блядь. Не надо, чем орать нахуй, вы что, блядь? Вас так не слышно. Активируйте одну. Столовка бежит, активирует, кто-то еще побежал. Нахуя вы еще бежите? Вы ли в глаза ебетесь, блядь, или бараньи яйца на ваших глазах? Я не пойму, блядь. Яйца. Ну не, даже первых три нормально было, блядь, но нахуя потом вот это началось? Да мы не вайпались, потому что мы ни хуйня не занимались вот это. Инициатива нахуй, знаете, сами знать, кого ебет. Зачем вот этот все, ну, велосипед какой-то передан у нас?
Вы вроде бы хотите побыстрее, но получается совсем точности наоборот. Ирландец. Ирландец. Ты где? Тут я. Вот, прибеги. За пулей ее? Как? Пошли бить. Зайдите сюда, что когда убегаете? Бафы дайте на ходу и все, каску. Всю хуйню. Служу активируйте переднюю, аккуратно. Невосприимчивость, понимаю. Стойте, стопите урона, блядь, не таунтится. Или таунтится, или таунтится, или таунтится. Опять вы там луж налутали, блядь. Не бейте мобов вообще сейчас, дайте, он их заведет. Смещаемся, смещаемся. Смотрите, лужа подходит. Сколько там хп? Это у вас. Два моба забили. Ну вот, держи этих двоих. Это, блядь, наш рейд нахуй едет. Задотали моба. Так, нахуй вы в рейд идете? Ну, чтоб сдохнуть, блядь. Чтобы нас рэпнул? Выпили меня. Щупались, выпили. Аккуратнее лучше. Столовка, проснись, там лучше тебя по жопе бьет. Так, разошлись на портал уже сразу же люди. Смотрите внимательно за лучами, щупальца на другой стороне. Напоминаю, первая лево, вторая вправо. Сарай там пати свой подхиливайте. Женек, ты серьезно с лучом стоишь, да, это, ну. Зашли. Хороший коммент. Давайте попасть либо нему. Поставь на кого-то метку, кто водит там. Ты же водишь, да, Саш? Где? Нет, Абу-Даби. А, Саша, да. Здесь метка. Ну вот смотрите, где печенька, там надо и стоять. Все к печеньке. Бегите все в кучу в печеньку и бегаем вместе все. Там еще сзади маленькая за боссом. Хорошо. Пойдем по кругу. Дотки обновили? Все. Выходите. Пошли, пошли, пошли. Так, помогли подзалить. Далеко не разбегаемся. Назад идем. Уже на, обратно разошлись на лучи. Смотрите аккуратно лучи. Сейчас
Сейчас будет портал вам, готовьтесь. Ну, блядь. Так. Пошли большой. Космо, космо. За печенькой двигаемся. Пройдем. Пацан сзади умирает. Спасибо. Блядь, сбегитесь с красным, чтобы стал зеленым. Чего вы ждете? Оба бегите. Тихо умирает, я его слюхили, что мне сделать? Хил там дальше маленькая будет. Выходите, 5 секунд. 5 секунд, вышли. Ну, Next должны перевести. Ну, наверное. Стараемся. Все портал нормально закроем. 22% осталось. Сколько там у вас? 52. Конечно, закрой. Щуп... Вот это щупальца разъебали, который разлагающий. И в портал будем уже скоро ходить. По часовой, после... против часовой так и бежим, за печенькой. После ВЧ портала будет. Ой, берите Дарафана, кто там? Бер... Кто может Дарафана там бернуть, берните его. Пук, подними его. Или уже в комнате. Кто-нибудь в лучи зайдите в этот, в портал, за место него. Да. Разломайте щупальца, я не вижу, где он лежит, с другой стороны, блядь. Пошли большой бить дальше. Быстрее. Этого задотайте просто маленькую. Пробегаем. Мы без него успеем. Убейте, отдайте бурсты. Убейте большую. Дальше бегаем. Поднимите Дарафана. Пук дракона или кто-нибудь. Начало большое, добьем. Забав эти. Здрасте, вы как с портала, вы как выйдете, мы слева стоим. Большое доиграйте сначала. Все отлично. Стали туда к ним все. Печеньку становимся все. Отвернулись. Вот лампа, не надо отворачиваться. Эмма. Next раз. Заранее уже отворачивайся. Примерно уже должен чувствовать момент, когда он будет кастовать. Сейчас все станьте проебешь. Моб новый идет, забирай. Сорок процентов. Давай, Гер. Шаман за это там. Есть оплойма? Ладно, тогда бьет. Убили шамана. Я только думаю, нихуя пацаны все выживут. Заслакал.
полоска здравомыслия не должна закончиться. Блин. Надо во время коста взгляда безумца отворачиваться от босса. Все было бы хорошо. Там надо заранее желать. Уже все, блядь, сдох. Ну, одного чего нет. Осколок. О. Ножки прикольно пали. Не бать, это вытягиваем. Получается, посмотрели ДЦ? Блять, а когда оно там закончится, нахуй? Это ОД, блять, отменение, блять. Тоже таки же хуйня, мне тоже напрягает. Так, Вася, жми. Так, пошли, все быстренько сейчас пизданем мелких, ебать, и расход. У нас еще время до хуичи до концерта.